Здравствуйте, друзья! Сегодня я бы хотел рассказать, как сделать из Arduino Nano вольтметр. Так, ну что нам для этого понадобится? Нам для этого понадобятся контактные провода, макетная платка, два резистора, один на 100 кОм, другой на 10 кОм. Вот. Что ж, для чего резисторы и так далее, давайте поясним. Значит, смотрите, в Arduino она поддерживает, ну как, позволяет максимально подавать на нее напряжение 5 вольт, да, больше нельзя. Следовательно, резисторами мы как бы подавляем это напряжение. То есть, если мы поставим 100 в диоды 2, 100 и 10 кОм, то у нас где-то будет деление на 1,9, да, то есть, к примеру, где-то будет около 50 вольт мы можем подавать на Arduino через резисторы. Вот. Если мы хотим там 220 мерить, да, следовательно, нам нужно гораздо больше резисторы поставить. Вот. Но у меня пока такие, вот, поэтому будем мерить, ну, например, напряжение батареек. Так, итак, что же нам нужно, да? Возьмем, вот есть на Arduino, если посмотреть, сейчас сфокусируется, вот, мы подключали раньше контакты к D, да, D1, D2, D3, D4, D5 и так далее, вот, а еще есть контакты у него, у Arduino аналоговые, вот в этот раз, чтобы сделать вольтметр, нам нужно подключить к аналоговым. Итак, давайте начнем, значит, возьмем два резистора. Один на 100 кОм, другой на 10 кОм, да? Вот, как я уже и сказал. Значит, берем, подключаем их в одну дорожку на макетной платке. Ну, давайте приближу. Вот. В одну дорожку на макетной платке. То есть, вставляем их. Так, хлоп. Смотрите. Так, сейчас, на секундочку. Так, вставили, да? Вот у нас получилось два резистора в одну ножку. Вот этот слева 10 кОм, справа 100 кОм. Вот. Берем проводочек, вставляем рядышком, ну в одну линию получается, да, где смыкаются эти резисторы, вставляем и подключаем его, ну допустим, на Arduino в порт А1, ну точнее в контакт А1. Подключили. Что нам дальше надо? Берем следующее. Сейчас, одну секундочку. Следующее у нас будет минус, да? Минус мы подключаем к самой Arduino. То есть берем там, где у нас 10 кОм. Вот. Там, где у нас 10 кОм, вставляем рядышком контакт и подключаем к земле Arduino. Вот. Подключаем к земле Arduino. Вот, подключили. А что делаем дальше? Дальше берем, ну, допустим, зеленый контакт, да? Зеленый у нас будет еще один минус, да? Мы его подключаем тоже к той же дорожке, где и минус у нас. Вот. Это у нас будем мы мерить и минус батарейки, допустим, да? Вот. Вот это у нас плюс. Плюс мы подключаем к второй ножке 100 кОм. Подключили. И будем мы мерить плюс. То есть вот у нас получается... Оп, извиняюсь, сейчас. Вот у нас получается два... Ух, выскочил. Сейчас, одну секундочку. Так, вставляем. Вот у нас получается два контакта. Минус и плюс. Мерить батареечки. То есть берем батарейку. Плюс к плюсу. Минус к минусу. И таким образом мы измеряем напряжение данной батарейки. Вот. Ну что ж, давайте подключим Arduino компьютер, я вам покажу скетч, ну и покажу, как будет измеряться напряжение. Так, ну что ж. Вот мы перешли на компьютер.
Вот он наш скетч. Он коротенький, видите, тут всего лишь, наверное, 11 строчек. Вот, значит, все я поподробнее расписал. Значит, первое, мы объявляем в аналоговый вход, вот, А1. Это куда у нас подключаться будет контакт от резисторов смежных, да? Вот. А потом мы объявляем, что у нас входное напряжение 0. Вот. Далее выводим показатели на монитор порта, то есть в данном случае, если бы у нас были, допустим, LCD дисплей, да, можно было бы тут объявить LCD дисплей и отправлять туда, но, к сожалению, мне его пока нету, вот, а когда он придет, неизвестно. Вот. Далее, вот она у нас формула получается, формула расчета напряжения. То есть что тут у нас? Тут у нас вот аналог read, это у нас напряжение, подающееся на Arduino. Оно равняется, ну, USB порт у нас, да, по USB порту это 5 вольт. Вот. 5 вольт. Вот. Далее. Тут напряжение, которое у нас подается на порт А1, да. Вот. И все это делится на 18,2. Вот. Что это значит? Честно говоря, это все высчитывается путем резисторов, да, учета резисторов. Вот, мы можем высчитать по формуле. Но, честно говоря, я формулу не помню. Вот, везде я просто погуглил, везде примерно коэффициент 19 ставят с копейками. Вот, но я путем перебора с мультитестером, да, пришел к 18,2. Вот, это более точное у нас, у меня напряжение показывать будет. Вот. Далее у нас то, что выводиться будет при прослушке компорта, вот, это будет как раз напряжение выводиться. Это у нас частота, с которой будут обновляться данные. Вот, ну что ж, по идее все. Вот, давайте подключим Arduino. Так, взяли ее, подключили. Вот, тут мы проверяем, да, компорт верный, Arduino Nano у нас, все верно. Проверяем наш скетч сам. Так, проверили, да? Значит, берем. Теперь что нам нужно? Берем батареечку. Она у нас должна быть 1,5 вольта. Вот. Сейчас где она у нас? Вот. 1,5 вольта должна быть. Значит, загружаем скетч. Все, загрузили. Давайте вслушать порт. Вот у нас вольтаж показывает по нулям, да? Подсоединяем минус к минусу, плюс к плюсу. И вот у нас показывает 1,59. Да? Но это, в принципе, точное показание, потому что я говорю, я сверялся с мультитестером, да? Он у меня то же самое показывал, 1,59. Вот. Ну что ж, давайте я, наверное, еще батареечку сейчас найду, еще на одной попробуем. Так, ну что ж, взял я еще две батареечки, давай тебе их проверим. Вот, они в принципе аналогичные, одной фирмы. Вот, ну, просто удостовериться. То же самое, 1,59, видите, напряжение показывает. На второй, и давайте третью теперь проверим. То же самое. То есть значения, да, значения все одинаковые. Вот, теперь давайте возьмем крону, проверим крону. Так, берем крону, минус к минусу, плюс к плюсу. Вот у нас показывает 10,5 ампер. Вот, и должна быть она 9 вольт. Ой, фу, ампер, 10 вольт она показывает. Не знаю, верно это, неверно. Очень странно. 10,5. Так,
Ну что я? Сейчас, секундочку. Так, но крону я не могу померить мультитестером, чтобы проверить, такое ли напряжение или нет. Вот, я взял еще маленькую батареечку, пальчик, точнее не пальчиковую, а таблеточку. Вот, она в тестер показывает 3,3 копейками вольт, 3,4 вот так вот скачет. Давайте померим ее, сколько выдаст у нас наша Ардуинка. Ардуинка у нас 3,5, да? 3,57 выдает. Вот. Даже 3,4 вот скачет. Ну, примерно такой же, да? На 1/100 разница. Я считаю, что это совсем не погрешность. Вот. Ну что ж, смотрите, вот мы получили из Ардуина настоящий тестер. Вольтметр. Замечательно, я считаю, да. Да, Ардуинка, мне кажется, для нее нету предела вообще, что она может делать. Так, ну что ж, друзья, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вот, будет много всего интересного. Вот, если есть какие-то замечания, конечно же, в комментариях оставляйте. Вот, я только учусь. Вот, поэтому буду рад вашим именно претензиям, да, буду пытаться исправляться. Так, ну что ж, всем добра, удачи, с вами был Павел.